Представляем участников весовой категории до 85 килограмм. Номер один – Сергей Карцев, кандидат в спорта МФСО. Номер два – Евгений Смилетов, мастер спорта МФСО. Номер три – Александр Соломатин, спортсмен первого разряда ЦСКА. Номер четыре – Константин Иванкин, спортсмен второго разряда ЦСКА. Номер 5. Алексей Козырин, кандидат в мастера спорта. Номер 6. Бувайса Самада, спортсмен. Номер 7. Михаил Романов, мастер спорта. Номер 8. Роман Мартин, кандидат в мастера спорта. Юрий Москвы. Номер 9. Виктор Карченко, мастер спорта. Номер 10. Евгений Котов, кандидат в мастера спорта, юность Москвы. Номер 11. Анатолий Орловский, мастер спорта, МФСО. Представляю судейскую бригаду. Центральный рефери номер 2. Виктор Полищук, республиканский регион. Рефери номер 1. Дмитрий Козлов, республиканский регион.
настоящему оркестру номер 3 сломали. Yeah.
номер 82, номер 8-16. Номер 1. Сергей Кацев. Второй подход. Готовится номер 3. Сломатин.
Номер 8, Роман Мартынов, второй подход. Следующему месту, который это номер 11, Анатолий Орловский. И мы просим установить ассистента вес до 18 килограмм. Следующий момент, который номер 11, Орловский. Номер 6, команда, третий подход.
Да, говори. Спасибо за информацию. Михаил Романов, третий подход, 2 минуты.
участник имеет для подготовки. Значит, к следующему месту готовится номер 11 Анатолий Орловский. А за ним номер 5 Алексей Козырин. Они создают весу 130 килограмм. Потому что семилеток Евгений номер 2 не заказал первый подход 132. Yeah.
И Евгений Сумилетов номер два вновь приглашается к этому бесу. Третий заключительный подход. Вес штанги 137 килограмм. А готовится к выходу Виктор Карченко номер 9. Он начнет рывок с веса 145 килограмм. Вес установлен 2 минуты. Номер 9. Виктор Карченко, второй подход. Вес установлен номер 9 Виктор Карченко, третий.